Древней культуры и современной жизни Абхазии. В нашем путешествии вы познакомитесь с прошлым и настоящим республики, узнаете много интересных событий и фактов из истории Абхазии, соприкоснетесь с удивительной по своей красоте природы Абхазии. Наш маршрут пройдет в основном по Гудаутскому району, на котором расположены такие города, как город Новый Акон, откуда берет начало наша с вами экскурсия. Далее город Гудаута, который является центром Гудаутского района. Будем проезжать несколько абхазских сел, и конечной нашей остановкой станет высокогорное озеро Рица, которое находится на высоте 950 метров над уровнем моря. Расстояние в оба конца составит 180 километров. Мы с вами выезжаем с курортного городка Новый Афон. Все, по коже, короче, и ноги начали.